Модератор Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Значит, наш первый раунд так завершает вице-президент Российской академии наук, академик Никипелов, тоже не нуждается в представлении. Дело в том, что Академия наук сейчас находится, в общем-то, под прицелом, как ни странно. А может быть, это тоже в рамках нашей дискуссии, которую мы сегодня еще пока не начинали, но спикер уже говорит на эту тему. Вот. Ну и я думаю, что будет правильно, если я предоставлю ему слово. Может быть, он возразит предыдущим спикерам, потому что пока мы все единомышленники, может быть, скучно. Или нет, или потом будет спорить. Прошу вас, 8 минут ваши пошли. Спасибо большое. Уважаемые друзья, все мы, конечно, очень хорошо понимаем, что ситуация, которая сложилась в мире, она абсолютно неординарна. И она характеризуется тем, что, в общем-то, никто из нас не знает точно, что будет дальше. И, по-моему, сегодня в рамках нашей дискуссии эта мысль уже формулировалась. Ведь произошла очень интересная вещь такая, что развитие финансовой сферы, которое было направлено, казалось бы, на максимально эффективное использование ресурсов, и главный упор делался на то, чтобы это использование ресурсов можно было обеспечить в очень комфортных условиях для инвесторов, давая в их распоряжение огромное количество финансовых инструментов, позволяющих им дозировать риски и доходность, неожиданно привело к прямо противоположному результату, к глубочайшему кризису всей финансовой системы. Выяснилось, что меры, инструменты, которые были направлены, казалось бы, на то, чтобы сделать развитие безопасным, что меры, инструменты, направленные на борьбу с несистемными рисками, привели к глубочайшему системному кризису. Конечно, в этих условиях очень большие претензии возникли и по отношению к экономической науке. С моей точки зрения, нету прямой связи между этим кризисом и кризисом экономической науки. Мне кажется, экономическая наука вообще довольно давно находится в кризисе, если под кризисом понимать потерю единой целостной парадигмы. Единой целостной парадигмы этой науки. В таком кризисе, вообще говоря, нет ничего страшного, потому что он свидетельствует о том, что на некотором этапе развитие выходит за знания, выходит за рамки вот прежней парадигмы, возникает такая некая более или менее хаотическая структура, и где-то идет поиск какой-то новой парадигмы, которая, учитывая вот все это, должна поднять на новый уровень. Но это такие рассуждения самого общего плана. Но что важно, вот как человек, находящийся, если глядеть на зал самой правой стороны, я, так сказать, немножко займу более правую позицию, что ли. Понимаете, мне кажется, очень важно, чтобы мы, признавая существующий кризис и в реальности, и в теории, признавая всю глубину этого кризиса, на этой основе не попытались отбросить все то, что было наработано за несколько столетий в ходе развития экономической науки. Нам просто надо немножко изменить угол зрения. Главное,
от чего мы должны уйти. Первое, и коллеги уже упоминали об этом, что не надо искать вот сегодня какой-то идеальной модели, которая решит все вопросы. Я полностью согласен с Гжегожем о том, что действовать нужно прагматично. И это означает, что мы должны отказаться от всяких претензий на догматизм. А вот от этого очень трудно отказаться. А ведь нужно понимать, что одно дело закладывать в основу глубинного уровня экономических знаний представление об экономическом человеке, а другое дело считать, что человек действительно является экономическим и что у него никаких других интересов, кроме собственного благосостояния, нет. Но модель экономического человека очень важна для того, чтобы объяснить многие вещи, которые реально происходят в жизни. Но она недостаточна для того, чтобы объяснить все, что происходит в жизни, и тем более она недостаточна для того, чтобы на ее основе принимать непосредственные практические решения. Но если обращаться к российской экономике, то мне кажется, что у нас сохраняются такие очень многие подходы носят такой догматический характер, хотя есть и существенные сдвиги в представлениях о развитии нашей экономики. Но вот примером такого сугубо догматического подхода в духе рыночного либерализма я считаю, например, наши планы по приватизации. И не потому, что приватизация хорошо это или плохо, а потому что приватизацию имеется в виду проводить исключительно из-за того, что она якобы автоматически создает эффективный климат в экономике, повышает конкурентоспособность экономики. Нет ясности ни в отношении того, коммерческой эффективности тех или иных действий в этой области. Говорится лишь о том, что мы будем продавать активы по рыночной стоимости. Но вообще, если подходить с коммерческой точки зрения, это, конечно, необходимое условие, но недостаточное. Потому что продают активы не потому, что можно их продать по коммерческой стоимости, а потому что это выгодно для того, кто их продает. Второе, совершенно непонятным остается то, на что собираемся использовать деньги, которые рассчитываем получить от приватизации. Понятно, что вряд ли речь идет просто о том, чтобы затыкать дырки в бюджете, да особо дыр нету, и здесь Оксана Генриховна абсолютно правильно говорила об этом. Могут быть проекты достаточно крупные, на которых бюджетных средств не хватает, и в этом случае приватизация может быть вполне эффективной. Могут быть механизмы, ну, которые я условно называю таким механизмом револьверных инвестиций, когда государство создает, допустим, некую инфраструктуру, у нас здесь, вы знаете, большие проблемы, выведя ее на более или менее эффективно функционирующий уровень, продает ее для эксплуатации в частный сектор, вырученные деньги используют для того, чтобы дальнейшее развитие в этой области обеспечить. Но просто так проводить приватизацию ради приватизации, рискуя лишиться многих куриц, которые несут золотые яйца, это, по-моему, выглядит крайне странно. Поэтому я в заключение хотел бы сказать только одно. Конечно, альтернативы рыночной экономики сегодня нету. Конечно, рыночную экономику нужно гуманизировать, и это должно отвечать преференциям, которые есть в обществе. И, конечно, я еще раз подчеркиваю, что согласен здесь с Гжегожем, нужно быть очень прагматичным. Спасибо. Спасибо, Тимофей.